вами дядя Володя страшный. И Иван. А Иван в свободное от работы время занимается покраской автомобилей. И у него вот такая... Это нельзя назвать, что коллекция, а рабочая атмосфера. Это что такие у тебя за какие-то краскопульты интересные? Это, судя по названию, какие-то английские, да? Вот эти два. Хуйда из-под ногтей. А это, глянь, какой-то. Он тут была. У тебя нету подсветки никакой-то. Ну ладно. Фонарик есть. О, фонариком, посвети-ка. Дай-ка я посвечу. Бляха. А это какой-то. Блять. Гребаный экибастуз. Вот это да. О, еще что-то. А это что? Блядь, с колесом с каким-то. Что это за колесо? Пневмоколесо? Это перламутр ложит. Ни хрена у тебя столешница. Это ж металлическая. Бляха. Видите, ребят, у меня палец тоньше этой столешницы. Бляха, чистота и порядок человека. Куда ни глянь. Вот такая покрасочная камера. Смотрите. Сейчас мы посмотрим. Вот так. С вытяжками, хренитяжками. А у тебя в подполье не залезешь? В качестве ямы нельзя использовать, да? А, можно вот туда, в люк. Ну, а что? А с люка через дырочку красить там днище, например. Вот эта вещь. А где там? До потолка. А там тоже у тебя, глянь, фильтра стоят. Да? Вот это да-с. А? Глянь. А что это за ступа? Это у тебя какой-то пескоструй. Ни хрена б себе. Сейчас мы его посмотрим. За сколько покупал, Вань? Сам делал. Сам? Тут и дупло какое-то. Ух ты. Вот это пескоструй. Фирмовый. Бля, он на колесах. А что за колеса? Трубные планки. А, глянь. Бляха. Сделано в России. Не сделано, я скажу. На заводе так не делают. Ну да. Ну ладно. На заводе делают лучше. Всем спасибо, всем пока. С вами был дядя Володя Страшный, Иван и его пескоструй. Пескоструй. Пескоструй.